Это мой прапрадедушка и моя прапрабабушка. Иван Николаевич Бобров родился в 1910 году, 11 сентября. Он был красноармейцем и конным разведчиком. 23 июня 1942 года он был признан без вести пропавшим. Его дочь рассказывала о том, что ее матери приходила похоронка, и не одна, но отец вернулся с фронта раненым. Он имел награды, такие как за боевые заслуги или за то, что в городе Штеттин он своим автоматом победил 27 немцев. Это моя прапрабабушка Феодора Люкинична. Она родилась на год после дедушки. Когда он ушел воевать, она осталась с 5 детьми на руках, старшему из которых было всего 11 лет. Она заняла его место в лесничестве и проработала там всю войну. Также ей выдали медаль за материнство.